Игроки выполнили установку и по праву добились победы. Об этом после матча сказал тренер «Шерифа». За 4 месяца команда провела 14 матчей в Еврокубках. И «Шериф» продолжает борьбу на международной арене. Хочу поздравить свою команду с победой, с проходом в весеннюю часть Лиги конференции. Поэтому они сегодня сделали большую работу. Они хорошо подготовились. И то, что мы с ними договаривались, что будет сложная игра, мы это знали. Но, тем не менее, они сегодня серьезно очень отнеслись к игре и добились нужного результата. «Шериф» вчера устроила бы и не крупное поражение, но команда не пыталась удерживать преимущество и активно атаковала. В предыдущих матчах с «Манчестер Юнайтед» и «Реалом Сосьедад» «Шериф» моментов создал не так много, но вчера мог забить гораздо больше, чем один мяч. Мы готовились на победу, поэтому вы сами видели, сколько у нас моментов были. И сколько мы пробили атак хороших, понятно, что надо было заливать немножко раньше. Но это было предпосылки для этого. Но тем не менее, хорошо, что забили в конце игры, тем победа слаще. Тренер «Амонии» спокойно воспринял поражение. На групповом этапе его команда фрагментами показывала хороший футбол, но закончила его с нулем в графе «набранные очки». Разочарованы результатом. Знали, что матч будет тяжелым. В каких-то эпизодах выглядели хорошо, в каких-то нет. Приходится переключаться на внутренний чемпионат. И верим, что завтра у нас все наладится. «Амония» переключается на внутренний чемпионат. «Шериф» же ждет насыщенное межсезонье. Подготовка к матчам в Лиге конференций. Виктор Михайлов накануне рассказал, пока неизвестно, поедет ли команда на заграничный сбор или будет тренироваться дома.